Любите поиграть на Android-гаджетах, а еще больше любите, когда те самые игры еще и интересные? Тогда вашему вниманию я представлю топ-10 лучших игр для Android за июнь 2018 года. A Tale of Littleberry Forest. Увлекательная приключенческая игра на Android, где вы будете управлять различными персонажами. Эта игра полностью отрисована вручную, где вы почувствуете тепло и заботу ее разработчика. В этой игре вы будете выполнять различные последовательные действия и наслаждаться неспешным течением времени и приятной музыкой. По ходу игры вы будете знакомиться с многочисленными персонажами игры и будете по ходу действий узнавать их историю. One Deck Dungeon. Настольная игра, где вы будете исследовать подземелья и сражаться с врагами. Выбирайте себе персонажа из 5 представленных в игре героев и начинайте свое путешествие. Всего эта игра будет длиться 15 минут, за которое вам необходимо собрать как можно больше карт с различными талантами и возможностями и нарастить опыт, который пригодится вам в следующих играх. Исследуйте пещеры дракона, ледники, йети, риф гидры и гробницы лича, и также развалины Минотавра. Прокачайте своего героя и добейтесь невероятных результатов. Winnie Origin. Хардкорный платформер, события которого разворачиваются где-то на просторах космоса. Вам же предстоит, плутая по уровням в темноте, постараться решить все головоломки и найти выход. Оригинальная комбинация минималистического дизайна и ярких графических решений отлично передают атмосферу космоса и одиночества. European War 6. Военная стратегия, где вы примете свое участие в грандиозных сражениях, развернувшихся в Европе в 1789 году. Выбирайте себе отважного генерала из представленных в игре и начинайте бой. Примите участие в более 90 исторических сражений, развернувшихся в 10 главах. Вашей главной задачей в этой игре будет продвигать свои войска вглубь Европы и завоевывать все большие территории и звания. Прокачивайте и улучшайте свои навыки и соберите непобедимую армию, которая даст отпор любому врагу. Телиан. Управляйте отважным героем, который в одиночку может победить многочисленных врагов и защитить королевство. Отправляйтесь в эпическое путешествие по опасным мирам и сражайтесь с врагами и сильными боссами. Получайте бесценный опыт за победы над монстрами и выполняйте другие миссии. Соберите свою непобедимую команду героев и сразитесь против сильных боссов, которых нельзя победить в одиночку. Игра порадует игроков отличной графикой и эффектами. Zombie Walking – Dead Escape. Экшен от третьего лица на Android, где вы будете уничтожать многочисленных зомби. На вашей планете наступил зомби-апокалипсис, и вашей задачей будет выживание в этом опасном мире. Берите в руки оружие, которое подразделяется на различные типы, и начинайте охоту на зомби. Ведите непрерывный огонь по зомби и применяйте также другие приспособления и оружие, чтобы уничтожить как можно больше противников. Исследуйте мир вокруг себя и открывайте новые уровни, которые порадуют вас уникальными локациями. Медаль of King. Отличная многопользовательская стрелялка на Android с современной графикой и ураганным геймплеем. Пожалуй, одна из немногих, в которой можно переключаться между первым и третьим видом. От первого лица можно вести точную стрельбу, а с третьего отлично видно окружающую местность благодаря большему углу обзора. Командные бои, различные режимы игры, разнообразное оружие и большое количество локаций не заставят вас заскучать. Sometimes you die. Хардкорная аркада на Android, где вы будете постоянно умирать. В этой игре вашей главной задачей будет проходить разнообразные уровни, сложность которых будет постепенно увеличиваться. Решайте непростые головоломки и задачи и мастерски проходите уровни. Трудности в этой игре будут подстерегать вас на каждом шагу. Проходите их и тщательно продумывайте каждое свое действие. Getting Over It With Bennett Foddy. Хардкорная игра на Android, где вы будете управлять героем, который сидит в горшке. В этой игре вы возьмете под контроль главного героя, и вашей задачей будет провести его через все испытания и преодолеть максимальный участок игры. Все, что у вас будет для преодоления препятствий, это молот, с помощью которого вы будете взбираться на деревья, карабкаться на валуны и высокие горы.
Если вы сделаете хоть одно неверное движение, уровень вам придется проходить заново. Тренируйте свою ловкость и нервы и достигнете выдающихся результатов. My Child Lebensborn. Симулятор на Android, где вы перенесетесь в послевоенное время и будете принимать участие в воспитании лебенсборнских детей. В этой игре вы окажетесь в Норвегии, и где воспитание вашего ребенка будет проходить во враждебной и ненавистной среде. Выполняйте различные миссии и задания и наблюдайте за тем, как люди, жившие в те времена жестко и с ненавистью, относились к детям своих врагов даже после победы. Эта игра поведает вам ответы на различные вопросы об истории, ненависти, издевательстве и принятии вины. Помогайте ребенку делать свой выбор, который отразится на мировоззрении и его личности. Сюжет этой игры основан на реальных событиях, происходящих в те годы. Друзья, надеюсь, этот атмосферный выпуск вам понравился и вы поставите мне лайк за старания и подпишитесь на канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы видео не пропустить. Ну и пишите в комментариях, в какие игры вы играете и какая игра у вас самая любимая. Также заходите к нам в интернет-магазин sibdroid.ru и заказывайте себе различные гаджеты и смартфоны, на которые у нас действует скидка по промокоду, но воспользоваться им смогут только 10 самых быстрых счастливчиков. Так что поспеши. А вам я хочу сказать спасибо за просмотр. Только благодаря вам мы становимся лучше. Ну а с вами был Игорь и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч!